Уже доска можете начинать. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.
Почему этот вариант? А что он напал сюда? А почему здесь просто не было?
Thank you.
сейчас, конечно, лучше. Не, я думал так, что мне приходится делать и серебро, и типа... Дальше у меня оставались вопросы. Дальше я подумал, что надо начинать думать. Пешки здесь еще стоят. Пешка закрыта. Пешка? Да, закрыта. Была идея, типа, сыграть вот так. Я предварительно на нее смотрел. На выходе, ну, как бы, смысл. Да, и вот так. Наверное, ладью, я думаю, что пара там бандира стояла. Хотя... Наверное, надо ладью. Вот, хотела пешку задержать, может пригодиться. Или я могу я, конечно, здесь перекрою жестко. Копил ты за стрижками. Если здесь... Я, конечно, не только копил. Ну, я бы такие варианты примерно нашел, что остается одна фигура, там, в руке, и, типа, вот, трудно как-то реализовывать. Ну, да, и тоже сейчас, типа, ну, давай. Ну сейчас так. Да. У меня конь копье, я сейчас сам да, почему. Так я же говорю, то есть у меня в партии это уже сам. Что если начинать перепешку, то это будет. Ну да, тут три темпа я уже буду развивать свои инициативы, пока таким придет на место. Спасибо. Спасибо, Сергей. А что ты копье не съел? Что я копье не съел? Ну, мне показалось, что это как-то... Нет смысла в этом особо, ну то есть я съедаю копье, допустим, ну есть вариант, что вы съедаете сразу ладью, и вы все равно отдаете слона за копье, получается. Из-за... Ну, из-за превращения, да, да. Есть вариант, что вы еще сначала заберете серебро, типа отдаете слона за серебро, там условно. Ну и оба эти варианта мне не нравились, я не хотел считать. Но мне показалось, что это невелика потеря с этим копьем. Ну, в общем-то, я уверен, что мы невелика потеря, просто я там что-то налажал, что я подумал, может, ладья ваш перевернется, ничего страшного не будет. Оказалось, что вот этот вот конь очень много мне, так сказать, крови попортил. Вот эта угроза, от которой, ну, сразу ладья перевернул, сразу грозит конь, условно, да, 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 и... И как красиво, особенно, это сам, не защитишься. Надо было как-то правильно плане менять. Попробовать так. Все-таки тут поиграть. Ну, так хотя бы. Мозг зрительный, да, да, да. Такая борьба. Беспорядок в лагере. Ой, ты что там по просмотру есть что-то интересное? А комментарии пишут, да? Как ты забыл? Почему что полчаса? Через полчаса я уходить, а мы все еще не все на тот. Я назначал. Мне было договорено, что тренер, как только играют Петрухи, а мне просто я не могу, это же не от меня зависит. Ты с ним еще за день не встречался. И завтра.
А потом завтра 19, да, значит? Да, да. Вы уже будете готовы, так как мы чуть ли не сейчас не знаем. Нет, я тоже не знаю. Хотя то еще вот это. Всем вешу на ногу. Мы встречаемся. Нет, это же было не значит. Не, ну странно. Потом он уже надо. Так ты ж не работаешь. А дома у тебя работает. Надо с удовольствием уехать. Не знаю, значит, вокруг человека сложно. А, в неделю, да, встречался. Я там определенно должен был. Мы что, занимаем дислокацию? Вы готовы? Да, да, говорят, проиграй, зачем тебе эти встречи? Ну, в кассу год, между прочим. Да, один рождение, да. Всего по два раза. Я думаю, тут одна папка. Ну, что-то. Папка добрый. К стеночке туда. Петя, вот сюда. Не через полчаса уходи, давайте не надо там делать. А кого? Ну, там, дома с кем-то. Ну, в смысле уходить? Ты же будешь играть все равно? Ну, полчасика, да. Короче, противник. Ничего, Петя не хочет играть позже 9. Петя вообще обещал, что после 30 придет. Так получится. Так нас обманул уже, какая разница. Да что-то, какой-то автобус? Ну, типа того. Но если ты придешь на полчаса позже, там, это... Ну, просто расстроиться. А, просто расстроиться. Да ладно, не расстроиться, никто пить не. Напиши там, не расстраивайтесь, пожалуйста. Не расстраивайтесь. Я уже скоро. Я уже написал, что не расстраивайтесь, на полчаса опоздаю. Вот. Напиши на час. На полчаса. Нет, все. Так садитесь, чего я? Давайте. Я не ушел уже готов. Аккуратно, включу здесь. Что мне делать, Ванька? Только секунду, без меня начинается, сейчас я остановлюсь. Если хотя бы займется положением. Что мы будем делать? На второй этаж. Может быть. Я все равно блицевать буду, давай. Заранее. На второй нас играет Антон. А, я тут. Можно закрыть окошко там? Да. Борис, закрой, пожалуйста. Там это там, да? Там это там. Это там. Блин, еще. На второй Артем играет черными с Антоном, на третий Сергей играет черными с Михаилом. Ты все-таки остаешься, да? Ну, полчасика я что. А, блиц. Блиц, без границ. Так, белый где? Белым это вот. Белый это с этой стороны слышал. Да. Без крепей. Ну, я могу сесть в ту сторону. Да ладно, да. Я думаю, ты захочешь больше. Тебе будет удобно. Нет, мне все равно, я просто весел. Я думаю, ты захочешь походить. Это правда. Давай мы будем встречаться, пока я здесь. Это правда. Теперь получается больше. Да просто мне за полчаса. Тише. Занимаем позицию. Там отошли все, что нужно? Репзо. Все, тогда тишину, мы начинаем тут первую доску. По просьбе трудящих. Я сейчас все, можно начинать. Я еще не начну. Только не торопись, ты помнишь. Я очень медленно ходил. Я пока все не Тише партия началась.
Сэфом. Там вставляется два солнца.